приемным детям и людям, приехавшим в Латвию после 1940 года. В роли Кунг-фу Панда в роли Валдиса Домбровскиса. Микки Хирург в роли Валдиса Затлерса. Иван Ургант отказался участвовать в этом фильме. Вы не поверите, Владимир Линдерман в роли Райлиса Тинтерса. А также Шакил О'Нил в роли Нила Валерьевича Лушакова. Чай пили, чашки пили, по-латышски говорили. В 39-м царстве, в 30-м государстве, в неизведанном месте. Замок света, 15-й. Какой прекрасный будет новогодний бал, думал Домбровскис. Ничего не предвещало, но народу было мало. Входит Затлерс. Здравствуй, Валдис! Здравствуй, Валдис! А может, это ты, Валдис? Нет, ты, Валдис! Все на русском изъяснялись, тут заходит Зинтерс Райлис. Слегки чавы, куэнстедарат и сквайдеремис. Говорят на непонятном языке. Райлис, лагали мне в турпоездку. Как всегда, в 4 часа и без предупреждения. Заходи. Да не раздувайся, не в сейне. Да, вода. О, Шанель. Ч-ч-ч. А Цинтерса? Тройной? Неожиданно. Какое замечательное мероприятие! Я покинул сразу к вам. Мол, вы нравились. А какие люди? Посмотрите, тут и Домбровскис, и Затлерс, и даже Цинтерс. Райлис, это зеркало. Постой, Кнап, мне на дачу! Ты говоришь по-русски? Ну, какая сказка без чудес. Мило ждать они не стали, коалицию создали. Чтобы вдруг не похудели, подошли к столу, поели. Всем лежит икра на блюде. Депутат, что же люди? Дальше эти полубоги дружно стали есть налоги. Тут чудес черед пробил, и на праздник сходит Нил. Всем привет! Валдис, собаку мне в думу! Какой вы, однако, быстрый, уже на евро перешли. Да, неплохой напиток. Итак, сейм здесь. Здесь все. Заркес, Дынтерс, Нилка и Володя Домбровскис. Заркес, о чем вы думаете? Да вот, врачом был, президентом был, мэром хочу стать. Затлерс вызвал бурный смех, а не усмеялся меньше всех. Веселее все пошло, а время игр подошло. Предложение поступило. Сыграем в крокодила. А кто первый будет показывать? А мы сейчас это и посчитаем. Вот и выборы пришли, в коалицию вошли. Раз, два, три. Да. Да, давайте Затлерс. Доктор, президент, нет, что-то маленькое, пейте, большой-большой налог, пенсионный налог. Ну да, Дзинтерс, кто придумал, тот и угадал. Обезьянка, нет, там какая-то жесть, русские сделали вторым государственным. Нет, Дзинтерс бы это не показывал. Спустя полчаса. Ладно, мы сдаемся. Что за слово? Я не смог разобрать, что там написано. Так зачем показывали? Я
ваша очередь. Дальше стало интереснее и дошел черед до песни. Дзинтерс быстро осмелел и частушки вдруг запел. У меня сломалась тачка, встал вчера я на москачке. Нафига мне перегрузки, я на помощь звал по-русски. Дзинтерс очень удивил, Задлерс песню подхватил. Я давно знаком, старше был на весь ядок. В общем, я в конце концов распустил там всех жильцов. Тот, что был премьер-министром, подхватил мальчик быстро. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. То налог в забор просуну, то реформу покажу. Песня всех повеселила, тут дошел черед до Нила. Вновь зима в права вступила, Рибу снегом завалила. Может, Тайланд на день другой, Нил, запомним мы с тобой. Пели все довольно смело, время быстро пролетело. Ребята, давайте откроем шампанское, уже без 5:12. Твою мать! Мое обращение к латвийскому народу! Что делать? Валдис, не парься. Позвони, пусть включат запись прошлого года. Кто тебя там слушает? Эх, ну тогда вы послушайте. Я хочу, чтобы в будущем году молодежь больше не уезжала за рубеж, чтобы пенсионеры ни в чем себе не отказывали, страна стала большой дружной семьей, и чтобы наша Латвия, да что уж там, просто наша, стала самой лучшей в Европе. Молодец! Хорошо сказал Валдис. А может это ты, Валдис? Нет, ты, Валдис. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в бюджет не попало. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Спасибо огромное! Удача пусть нам